Дан центрально-симметричный четырехугольник. Докажите, что это параллелограмм. То есть мы с вами объяснили, что у параллелограммы есть центр симметрии, точка пересечения и диагонали. А здесь наоборот. Представьте себе, что у вас есть какой-то центрально-симметричный четырехугольник. Почему это обязательно параллелограмм? Потому что у него параллель. А почему? Давайте я нарисую, что нам сейчас дано. Нам дано, что есть какой-то четырехугольник и есть центр симметрии. Давайте я начну картинку. Есть точка симметрично. Есть точка симметрично. И вот этот самый четырехугольник. Надо объяснить, почему это параллелограмм. Я не говорю, что это сложно. Но давайте это строго докажем. Итак, вот эти отрезочки равны. Почему это четырехугольник? По двум сторонам и углу между ними. Что это за угол? Вертикальные углы. Вот это что за углы? Вертикальные углы. А теперь внимание, почему вот этот треугольник конкурентен этому? А потому что две стороны и угол между ними. Почему здесь? Потому что две стороны и угол между ними. Дошло? Да. А значит, если вот эти треугольнички конкурентны, значит обязательно этот угол что? Равен этому. А этот угол что? Равен этому. Ну а значит прямые параллельны, вот из-за разницы этих углов, прямые вот этих параллельны, из-за разницы этих углов, прямые, ой, да те же самые. Сейчас, это я не то сказал. Вот эти углы, они дают только равенство, параллельность вот этих. Сейчас, мне нужно другое сказать. Мне нужно сказать, что вот эти треугольники конкурентны. А значит, вот эти вот углы равны. Согласны? Да. И значит, вот эти прямые параллельны. Все, все, все понятно. Всем все понятно. Если фигура центрально симметрична, значит, это четырехугольник. Значит, это параллелограмм.